Добрый день! В этом видеоролике мы хотели показать очередной наш объект. Это отель Meng Kings. Он находится в Санкт-Петербурге. Можете приехать, погостить здесь. Отель выполнен в классическом стиле. И мы хотели показать, как можно сочетать венецианскую штукатурку в интерьере в классическом стиле. Давайте пойдемте посмотрим, как все у нас получилось. Это главный вход. При входе в этот отель уже играет классическая музыка. Ну а мы дальше посмотрим, как все это мы сочетали в классическом интерьере. Давайте посмотрим. Это гостиница, ресепшн. Здесь натуральный камень. Мы хотели показать, как все сочетается в классическом стиле. Это венецианка, всего два цвета, легкий, кофейный и белый. Здесь сделано все для того, чтобы отдыхал глаз. Как видите, в рамках это мокрый шелк, вов-колор. Интерьер в классике, как в Эрмитаже. Здесь натуральная лепка из гипса. Ну и в целом вы видите интерьер какой красивый. Все сделано так, как в классической музыке, все в классике. Этот отель находится в центре Петербурга. Мы просто хотели показать, как все это сочетается в классике, в классическом дизайне. В дальнейшем я покажу, как я это все делал. Это очень просто. Мастер-классы вы видели наши, но я еще дополнительно покажу, как легко на большом объеме работать. Не бойтесь, берите большие объемы, работайте материалами вов-колор, они очень хорошо сочетаются. Как видите, рисунок здесь такой простой, это обычная диагональ, но и такая очень красивая прорисовка, достаточно детальная. Мы тут прорисовывали тонкой кистью. Еще на этом объекте не закончены, да? Здесь еще шестой этаж, мы должны делать апартаменты, очень большие, красивые. Будут красивые комнаты, мы покажем все это вам в процессе работы. Прорисовка тоже тонкой кистью, кофейный цвет. Да, ну мы хотели показать, как это уже в готовом виде. Отель работает, действует. Сегодня выходной, поэтому мы смогли снять, пока никого нету на ресепшене. Да. Хотели поделиться, да, и, кстати, мы... Чем ты занимаешься в данный момент? Мы хотим в этом видео также сделать розыгрыш. В дальнейшем мы покажем, объявим условия, да. И также расскажем, как можно будет получить комплект венецианки. Хозяин этого отеля все свои идеи воплотил сам, весь этот рисунок. Он не работал с дизайнерами, но, как видите, вкус все-таки берет свое, и творческие личности, они всегда остаются творческими. Видите, классика, лепка, атланты. Это гипс. Мы работали, много плоскостей было, много стыков. Нам нужно было все аккуратно сдать. Поэтому мы на этом объекте провели месяц работы. Ну, в принципе, это нормально, потому что, как видите, много лепки. Но от этого не страдает вся картинка. Все выглядит очень красиво, как классическая музыка. Это вход в отель с лифта и прямо в ресепшн, очень удобно. Здесь мы тоже прорисовывали достаточно красиво, тонкой кистью, очень детально. Каждую трещинку, каждую прожилку мы прорисовывали, чтобы похоже было на натуральный мрамор. Ну, как видите, все хорошо. Очень гармонируют картины. Здесь такие красивые разломы, трещинки, как будто мрамор. И при выходе из лифта мы попадаем сразу в ресепшн отеля, где используется натуральный оникс. Это настоящий оникс. Мы старались состыковаться с общей картиной, с общей идеей этого всего отеля. Это сделан всего лишь один этаж. Да, мы здесь будем работать еще, и также будут апартаменты. Ну, видите, отель действующий, работает, люди ходят, приезжают сюда.